Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Даже погода наладилась, и солнце вышло из-за туч, чтобы старт нового сезона «Крыльев» ничего не омрачило. На трибунах собралось почти 7 тысяч зрителей. Матч посетил и глава региона Николай Меркушкин. В гости к самарцам приехал луч энергии из Владивостока. В прошлом году они только чудом сохранили место в ФНЛ, а потому против «Волжан» настраивались играть в закрытый защитный футбол. 30 минут получалось обороняться, не давая шансов «Крыльям», но затем новобранец «Авиаторов» Сергей Самодин головой точно замкнул передачу с фланга. Начали матч, скажем так, организованно, аккуратно. Нельзя было нам, скажем так, пропускать быстрый гол. В принципе, держали игру, к сожалению, пропустили такой мяч, который мы должны были, в принципе, его снимать там. 1-0 на табло сделали второй тайм более живым. Гости из Владивостока побежали сравнивать счет и оставляли свободные зоны в обороне, которыми и воспользовались хозяева. В открытой игре у «Крыльев» получалось больше создавать моментов, порой даже стопроцентных, но мяч упорно не шел в ворота. Много подборов выиграли, потом много ударов было по воротам. В одном моменте мы могли, там, 7 раз, по-моему, били по воротам, не могли забить, все близко, не могли забить. Чуть-чуть волнения есть, потому что первая игра, мы хотели на своем стадионе выиграть. На 71-й минуте Милан Родич в очередной раз ворвался в штрафную дальневосточников, где его остановили с нарушением правил. Яченко пенальти пробил хладнокровно – 2-0. И уже до конца матча самарцы спокойно удерживали добытое преимущество. Футболисты «Луча» в концовке смогли только один раз попасть в перекладину. Других возможностей усложнить жизнь «Крыльям» у них не было. В каких-то моментах были ошибки, были и потери непонятные. Я думаю, что во втором тайме больше, наверное, игра и зрителям понравилась. И мне, наверное, больше понравилось, когда ребята комбинировали, когда создавали хорошие моменты. Я думаю, что должны были забивать гораздо больше, тогда было бы еще проще. После первого тура в таблицу смотреть рано. Максимальное количество очков имеют сразу 8 команд. Но за счет разницы забитых и пропущенных мячей «Крылья» занимают предварительное 3-е место. Следующий матч «Авиаторы» проведут в Нижнем Новгороде против местного «Олимпийца». Начало встречи 15 июля в 16 часов. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.